Вот, решила сделать видео про букет. Если вы знаете, как называются эти цветы, то мне скажите. Что-то у меня дефекты речи уже начались. Ну, это такая скатерочка веселая. Я этот отрез покупала по скидке. Там был последний отрез. Я решила сделать, ну, как сказать, скатерть на столик стеклянный. Ну, этот букет уж не обессудьте, он уже какой день стоит. Ну, с пятницы, по-моему, или с субботы. Здесь у нас, я так понимаю, пальмовые листья какие-то, герберы. Ну, мой совет по герберам. Не бойтесь покупать герберы в горшках. Они вообще как бы неприхотливый цветок. И главное их поливать, главное, чтобы им солнце было, главное поливать, удобрять. В общем, я даже их практически... Нет, пересаживала я потом уже. Потому что земля же, в ней тоже минеральные вещества, которые для роста нужны. Вот, как-то у меня хризантемы, знаете, в Германии не приживаются, потому что что-то они у меня дохнут и чахнут. Возможно, их надо держать под крышей, но имеется в виду под козырьком, а тут как бы сыро, вот таким образом. Я не знаю, что это за цветок, но он у меня есть. Не так уж он разросся, но он есть. Ну, видите, уже он как бы отцветает букет, но все равно, видите, такие синенькие цветочки, как бы такой стебель, и на нем много-много цветов. Это хризантемы. Я не знаю, что это за сорняк. Это же какой-то сорняк, но его, видите, культивируют для создания букетов. Вот он такой смешной. Это у нас подсолнух. Смотрите, я думаю, что это совсем недавно стало, лет 10 назад, применять подсолнухи в букетах. Ну, как бы продают тоже в Германии подсолнухи отдельные, такие, знаете, большая палка, на ней подсолнух, и люди покупают. Это же радость, вообще как бы по фэншуй тоже. Ставьте, говорит, подсолнух, и типа процветание богатства. Интересная вещь, оказывается, подсолнухи, такие растения, они одно сначала стоит под солнцем, как бы он стоит, стоит, да, и оно еще как бы защищает другой подсолнух от палящего солнца. Потом оно поворачивается, другое встает. В общем, они как-то взаимодействуют. Это я видела на Ютубе, по-моему, было об этом, что ученые следили за, как бы, за подсолнухами, как они себя ведут. Ну, довольно-таки интересный цветок. Ну, вообще, как бы интересно еще кукуруза, да? Кукуруза, знаете, чем интересна? Она же, кукуруза, она чем и странна, ну, как бы считается, что это генномодифицированный, давно выведенный человеком растение, потому что оно само не растет. Оно должно именно высеваться человеком. Вот я об этом слышала так. Вот видите, разные герберы. Герберы, герберы, герберы. Вот этот цветок, вот это вот как бы куст какой-то. Видите, оно уже тут по сути так вот отцветает. Видите, такой как бы ну, как бы зонтик, и на нем вот такие цветы. В общем, он у меня есть. О, отпал. Так. Я решила такое видео сделать. Видите, то, что это. Хочу запомнить. Ну, как бы у нас такой маленький юбилей с мужем. И он мне подарил эти цветы. Сумку подарил Фурла. Маленькую лимитированную серию. 2017 год. Весна, лето. И вот, в общем, такой букет. Поэтому я решила сделать видео. Когда ему тоже был, когда у него тоже был юбилей, тоже здесь видео за цветы засняла на память. Ну, что тут вам еще интересного показать? Может, кто-то скажет. Ну, я, в принципе, могу найти у себя, как называется этот цветок. Ну, такой зонтик, а на нем такие цветы. По-моему, он луковичный, насколько я помню. Вот этот я не знаю, как называется. Так, вот. Такую вещь я покупала, знаете, это в секонд-хенд, по-моему, за 3 евро. Это свиньи, и, значит, в одной можно соль, а в другой перец. Подружка увидела, где ты купила? Я говорю, в секонд-хенд, там-то, там-то. Она такая, а, знаю. Я говорю, там уже нет. Вот тебе такая вот интересная вещь. Классная же, дерево настоящее. Это по поводу секонд-хенда. Здесь, значит, это мы были в этом году. Рекомендую. Я делала видео по
Я сделала только музей пива при этом монастыре, очень старом монастырь. Недалеко термы находятся знаменитые, прекрасные, прекрасный отель при этом монастыре, класс, рекомендую. А это у меня, значит, моя подружка немка подарила. Видите, я засыпала сюда песок и, значит, вот такой песок и свечка у меня. Ну, здесь вот свечка Stick MX. Я люблю сандал, поэтому вот забыла вам свечку показать, которую я тоже недавно купила, сандал. Ну, сандал — это процветание у индусов, это сандал вообще как бы дерево для богатых. У меня, знаете, есть сандаловый веер, как-нибудь вам покажу. Так классно, знаете, обмахивается и сандалом пахнет. Ну, сандала мало, мало на земле. Масло очень дорогое. Но я покупала сандаловое масло в Индии в прошлом году, в Керале. Ой, какой шикарный парфюм роскошный. Именно в стеклянной. В Потис рекомендую, кто будет в Керале или в Индии, зайдите в Потис, там продают вот такие вот в стеклянных сандаловые, ну, такой прозрачный сандаловый парфюм. Шик, шик просто. Вот. Что удобно, видите, раз, закрыл, открыл. Кто это делал? В Испании. Ну, тут настоящий воск, масла. Ну, вот такие свечки очень классные. Рекомендую Stick MX. Будьте. Постоянно скидки на них покупайте. Вот такое мое видео. Как бы снято для себя, но так немножко для вас. Вот, надо воду заменить. Ну, смотрите, как долго стоит подсолнух. Но он был немножко такой собранный, но свежий был просто букет. Тут просто букеты везде продают, и на заправках, и в магазинах. Ну, везде их продают букеты. Букеты тут недорогие. Немцы очень любят покупать цветы, когда идут в гости. Вот. Но они тут недорогие же цветы. Вот так вот. Герберы обожаю. Подсолнухи тоже у меня растут на моем участке. И, значит, смотрю, немцы тоже пристрастились выращивать подсолнухи. Они у меня, знаете, еще самосеются некоторые. Сейчас еще, знаете, мода на мини-подсолнухи. Вообще продаются мини-подсолнухи. Я как-то покупала, но там. Я так думаю, что они замедлитель роста используют, потому что потом, как ты их высаживаешь, они как-то и не цветут. Ну, в общем, все для продажи. Всем до свидания. Скажите, что за цветок. Ну, хотя, может быть, я тоже найду цветок. Он мне нравится. Он у меня растет, цветет. Не подсолнух. Такой прям как будто искусственный, да? Смотрите, какой он. Ну. Видела, кстати, я в Германии плантации цветочные. Они такие, знаете, небольшие. Там написано, значит, что можно там приехать, собрать и типа хозяину заплатить. Видела эти плантации. Видела плантации гладиолусов для букетов. В общем-то, а немцы тоже выращивают. Тут очень много теплиц. Ну, конечно, голландцев не переплюнуть, но у немцев тоже очень много своих теплиц цветочных. У нас, например, в городе две. Одна орхидейная, другая вот именно тоже цветы выращивает именно на продажу. Всем пока!